На складах СК «Фармация» в Актобе не хватает 8 наименований препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в антикоррупционной службе. Сотрудники проектного офиса Актобе Далды Каланы провели рейд совместно с представителями специальной мониторинговой группы и управления здравоохранения. Они проверили наличие двухмесячного запаса лекарств. Всего на складах должно храниться 44 наименования препаратов. По итогам проверки в областной акимат направили специальное предписание. Между тем, по словам представителей СК «Фармация», все недостающие лекарства уже распределили по лечебным учреждениям, либо заменили на аналоги. Склады вновь пополнят до конца этого месяца. Мы до этого, 20 декабря 2020 года, мы там мониторили СК-фармацию. Из 44 наименований там не хватало 12 наименований. Сегодня вот поехали, тоже мониторили. Из 12 наименований сколько там поставку было, не было. Может, они сказали, до 25 декабря полный поставок будет. А сегодня вот 20 января. У них до сих пор 8 наименований нету. Данный запас рассчитан на весь регион, а в нашем регионе есть и красные зоны, и желтые зоны, поэтому он реализовался. Есть препараты, которые исключены из протоколов лечения, поэтому хранить их на складе смысла не имеет.